меня, чтобы я, главное, не заболел. Итак, ребята, меня зовут Берды. Время 07:22. Докладываю обстановку. Не спал всю ночь. Ноги опухшие из-за холода. Несколько парней успешно прошли границу. Я остался. Как-то так. У меня ноги, руки болят, голова не соображает. Я лишь прошу помощи только о мольбе. Ребят, я проснулся, со мной все хорошо. Я проснулся от того, что мне холодно было. То, что переживаю я сейчас, я не хочу, чтобы переживал кто-то из вас. А знаете, почему я не уехал? Потому что еще остались несколько ребят. Я обещал им, что они тоже обязательно переедут границу. Я вернулся обратно, чтобы сегодня остальных отправить. Если кто-то из вас считает это хайпом или же что-то в этом роде, придите, сука, сюда, попробуйте вместо меня побыть. Кто-то из вас просто сидячие герои, блядь. То, что мы испытываем сейчас, я не хочу даже своему врагу пожелать. Всем салам алейкум, всех приветствую. Я прошел границу, все официально сделано. Благодаря Берды Бекменов. Спасибо ему большое. Спасибо. Итак, дорогие друзья, всем ассаламу алейкум. Меня зовут Берды Бекменов, и я являюсь предпринимателем. И я самый главный туркмен. Сейчас я нахожусь на границе Польши и Украины. Точнее, Украина, Польша. Дорогие друзья, вчера я помог нескольким своим соотечественникам, студентам перейти границу. И еще не только соотечественникам, а пожилым людям. Еще много было женщин с детьми. Почему я это делаю? Потому что у меня добрая душа, и я хочу помочь в этой ситуации не только своему нации, но и для других народов, которые это нуждаются. Дорогие друзья, я дальше буду топить и помогать остальным людям. Сегодня я купил эту машину и хочу перевезти остальных оставшихся туркмен. Надеюсь, у меня, иншаллах, получится. Пожелайте мне удачи. Ассаламу алейкум. Так, ребята, все сторисы загрузились только что. Вот эта машина, со мной есть человек из Пакистана, но живет в Канаде. Я его тоже взял сейчас с собой, и он только на английском разговаривает, и он очень сильно просился. Он на самом деле приехал к дочке, и дочка же учится в Польше. Человек мусульманин, он сказал, я мусульманин, please help me, я взял его с собой. Машину купил вот только сегодня. Знаете, в этот момент я, обратите внимание, важный момент. Я ни у кого не прошу деньги. Ни у кого. И ни единой деньги не прошу. Это важный момент, потому что все мои заработанные деньги, вся моя компания, вы видите, я это делаю только от своего кармана, от своего чистого сердца. Почему я это делаю, я объяснил ранее. Потому что надо. Короче, guys, как обещал, смотрите, Фарух, руку поднимай, Чарджова. Хорошо, брат, спасибо. Атом Раджан,
Чип и Дейл. Мерданчик. Вот он. И Пакистан Гайс наш. И я, короче, ребят, как и обещал, стараюсь выполнить миссию. Буду держать вас в курсе. Пробка. Это везде так. Но на то воле Всевышнего Аллаха. Пожелайте нам хорошей дороги, хорошей, быстрой добраться до пути, чтобы мы границу прошли. Прошу, молитесь только за границу. Бердей, когда приедешь, брат, я тебя жду. Я тебя с нетерпением жду. У меня заряд сядет. Как я с тобой свяжусь, как я увижусь. Я в Кракове еще. Приключения Берды Бекменова и его... Скажите, ничего, все нормально, старенькая машинка просто, что там, всего лишь закипело. Я не понимаю, за что мне это, мне и смешно, и грешно, за что мне эти испытания, ребята, за что? Просто за что? О, Аллах, просто дай терпение, просто дай терпение. После этого, знаешь, когда все это закончится, я надеюсь, просто, знаете, барана зарежу, что ли, да, и скажу, что Аллах, спасибо, что это все закончилось, и садаку раздам, просто, знаете, вроде бы доброе дело делаешь, и ну, такие вещи. Знаете, вот, испытание за испытание, испытание за испытание. Надеюсь, это все к лучшему. Может, просто вот здесь все остаться, смотрите, красивый закат, тут лес. Может просто, это знак, а? Это просто может остаться. Вот красивый такой закат, видите, да? И вот здесь лес. Шашлычок, машлычок, студенческие года примерно споем. Я не знаю, может вот это знак, а? Ребята, что вы думаете? Может просто остаться, а, вот здесь, в лесу? Честно, уже на букву З, но я терплю и иду дальше. И буду идти до конца. Ситуация не зловчик. Короче, смотрите, там стоит чувак этот. Во. Вот этот. Он думает, что мы нацисты что-то в этом роде. Подтвердите, ребята. Да, да, есть такое. Вот. Вот ребята подтвердят. Документы нахуй! Чё там? Назад! Из-за того, что у тебя не русское лицо или там не украинское лицо, что там, я не знаю. Что такое отношение у них? О, Аллах, дай я тебя в Инстаграме найду, это толстушка. Иншаллах, я тебе сделаю антипиар конкретно. Нельзя! Они как реально отвечаются сейчас, видели, да? О, Аллах, просто надо сейчас спокойствие. Просто спокойствие и не провоцировать его. И больше ничего не нужно. Итак, короче, ребята, проверка номер 999. Опять нас остановили. Вот так вот, короче. Когда, ну, не знаю. Знаете, сегодня что было? Два раза нас ложили на пол и с автоматом говорили, вы кто? Русские? Кто нахуй вы? Просто кричали на полу в автоматом. Такое мне реально впервые, реально маски-шоу было. Поэтому я надеюсь на то, что все это закончится когда-нибудь.